Еще о спорте. Непробиваемый в матче второго шотландского дивизиона вратарь совершил настоящий футбольный подвиг. Он за один тайм отбил, только представьте, целых 3 пенальти. Героя матча зовут Кэмпи Белл. Еще до перерыва в игре о нем знали только специалисты. Но безвестный до этого дня голкипер вписал свое имя в спортивную историю. Причем сделал это всего за 23 минуты. В истории футбола подобного не происходило никогда. Бывало, что команда не забивала 3 пенальти за матч, но 3 сейва одним голкипером — такое случилось впервые. В итоге Данди Юнайтед Белла победил со счетом 3-1 и поднялся на 4-ю строчку в таблице. Эта позиция позволит команде побороться за выход в премьер-шип, элитный дивизион чемпионата Шотландии по футболу.